Субана и Маккойда, двух защитников, правда, разных команд, не очень много времени. Минута 18. Так что вот меньше полутора минут Монреаль находился в ситуации, когда мог быть доволен счетом. И сколько еще прошло? 8.59 остается до конца. Это значит 11.01. Еще минута 13 прошла. Минута 18. После шайбы Субана гол Маккуэйда. Минута 13. И теперь уже шайба Яника Уэбера. Ну что, а бросать Уэбер умеет? В общем, как раз вопросов с точки зрения того, насколько он полезен с точки зрения подключения в атаку, не было. И, да в общем и нет. Удачный бросок, прям скажем. Здесь Томасу ловить было нечего.